Гостей фестиваля джаза в Туркестане встречает Аким области Умерзак Шукеев. Люди приехали из разных регионов Казахстана, чтобы поздравить с трехлетием со дня обретения статуса областного центра и образования Туркестанской области. Давайте следующий раз. Не просто скажите главное. Готовы такой город возглавить? Ну, конечно, готовы. Новый аким Туркестана Нурбол Турашбеков считает, что джаз – это культура, где максимально выражены личностные качества. Это то, что необходимо любому руководителю. Несложно. Это же, вы же знаете, работал в двух районах, теперь буду работать в городе, будем развивать. Вы знаете, по поручению Ельбасы, по поручению президента, второй этап развивается. Планы здесь амбициозные, до 2025 года. Справитесь? Справимся. Эта песня в 1919 году стала хитом Бродвея. Уже тогда про Туркестан не только говорили, но и пели. Бенд «Дара» и «Американо Бенд» на сцене Туркестанского драматического театра выступают ведущие джазовые коллективы Казахстана. Подарком вечера стало выступление джазовой певицы Гаухар Саттаровой, группы «Степс» и известной исполнительницы Жанны Оранбасаровой. Зрители подпевали. Сюрпризом фестиваля джаза стал известный российский саксофонист Игорь Бутман. Это уже второе выступление легендарного джазового исполнителя в Южном регионе. Я очень рад, что мы здесь, с нашим квартетом, вновь, как мы уже вспоминали, 13 лет назад мы играли в Чимкенте на фестивале, который организовал наш замечательный, уважаемый Мирзак Истаевич. Мы благодарим за то, что вновь у нас есть возможность выступить. Собранные на фестивале средства, а это 1 000 000 тенге, будут переданы благотворительному фонду «Аружан Сайр». Шудин Саидов, Амантай Ульбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «УТРАР».